Всем привет, с вами Спанч Боб. Сегодня я хочу поиграть в Турбуди с мамой, потому что я хочу застить про новый фундстрим, который вышел, ну, либо вчера, либо сегодня, потому что не знаю, когда это видео выложу. Но я у него сразу, когда я засну ему это видео, я хочу достать новый фундстрим, потом дешевого также хочу продолжить. То еще, возможно, кого-то тягос, но я не уверен в этом. Давайте сыграем. Я не помню, во что я последний раз... Нет, это я не последний раз играл. Я не помню, во что последний раз играл, поэтому начнем отсюда тогда. Ну, вроде я играл, ну да ладно, ничего страшного. Играем. Мое лицо, кстати, пропало, как все остальное. Но это не так уж и важно. Сейчас, секунду. Вот. А, у меня все пропало, поэтому. Ничего страшного. Какого мы поедем машину? Ну давайте поедем мы на этом. Ну давайте поедем от первого лица, так эпично. Он меня обогнал, нет. Я его только не... Ну, как бы нет ничего, эта карта неинтересна, потому что на тут я вообще ничего тебе иметь не может, только ты поедешь в деревья. Это что, ссылка на... Это что была, ссылка на оригами, что ли? Не знаю, мне как-то похоже на оригами, чувствую немножко. Окей, мы почти доехали до финиша. Ой. Окей. Слушай, я объехал. Он объезжает. Ауч, ну папа, наконец. Вау, это было эпично, довольно-таки. Не могу сказать, что это было очень плохо. Вообще-то грубо ехал, конечно, я включу камеру. Если давайте. Ну, ударился об эту штуку, поэтому... Ну, блин, это очень довольно-таки был плавный такой момент, он такой объехал, я вообще не ожидал, что сможет объехать это. Эллсект, давайте это... Также поедем, так же. Ауч! Новый хайскор, значит, я здесь не играл. И играл давно только. Давайте посмотрим. Это отсылка на зомби армии вроде. Да, это отсылка вроде на Сапирайдс. Ладно, поехали. Это вообще так пишет спорится, если вы смотрите так, смотрите. Ха. Ну, вообще, можем управлять миром. Ха, это вообще человечек. На секунду. Окей, продолжаем. Была небольшая проблема. Так, вот, знаете, он так подъехал, и прям под конец ему такой выбили машину, выбило скейтборд. Потому что он его так все распьющего. Но прям не, у меня, правда, нет лица. Хорошо, я больше не хочу на том уровне заморачиваться. Поедем сразу дальше. Также поедем. О, нет, еще раз. Уи! О, прям вообще на фу, прям поехали. Уи! Ауч! Возможно, не стоило ехать прям на фу. Давайте еще раз попробуем. Я хочу, чтобы он поехал. Нормально. Окей, он так не. А, нет, может ехать. Нет, это было слишком быстро, я думаю, наверное. Не разбивайся, при! Не, я разбился. Ай. Ну так, ай. Видите, он так медленно. Набирает скорость и... Блин, вздыхает. Окей, это не до скейтборда. Понял. Поедем тогда на другой машине, давайте. Давайте вот на этой машине, в принципе, поедем. Я не вижу, я ничего не понимаю. Окей, он так сел просто. Ой. Я, конечно, давно я не отправлю. Давайте от первого лица будем. Типа, это как отправить. А, что происходит? Где я? Ничего не понимаю. Да я посмотрю, как это было еще раз, что это было довольно технично. Посмотрим. Что? Что произошло? Ай. Мам, это было довольно-таки больно, думаю. Паутина как. Да, здесь какая-то паутина вообще. Серьезно, какая-то паутина здесь вообще.
Точнее, куда пойти сначала? Сейк левел, давайте пойдем сюда, давайте скипгоин. О, это моя одна из любимых карт. Вот, парень даже на эту штуку. Так, давайте ничего не скипать. Что происходит? А, чё? Куда я? Нет! Ой, чё, куда я? Куда я? Что? Ну, у них хайскор, я же на этой карте как-то играл. Я уже сразу сыграл, не знаю, мой хайскор. Один раз сердце. Камера. Фрифлай, давайте, ты начнем. Что нам делать сделать здесь? Думаю, вообще какая-то постановка. А давайте здесь поставим фингабол. Нет, это будет глупо. Давайте мы сделаем такой бигр. Нет, он тогда не сможет вообще давай проехать. Ну так, мы поставим. Но мог открыть траектория. В принципе, давайте так съедем немножко. Так это будет. Вау, это эпично выглядело, довольно-таки. Вау, вообще машина такая. Это эпично выглядело. Давайте сюда еще раз посмотрим, потому что это было довольно-таки эпично. Все. Да, все, я сказал все. Хочу писать, да, все, давайте. Это было довольно-таки прикольно, но хоть сколько еще тут. Давайте пересмотрим это, как это было вообще все. От первого лица. Это было довольно-таки эпично, могу сказать, именно с машиной. Ну, наша миссия ехать дальше. Окей, здесь мы уже точно не были. Так, куда моя камера полетела? Ну, поэтому давайте такой же тактики, в принципе, блин. Ты бэгизмэн, ау. Ау. В этой карте ничего интересного нет, поэтому сразу идем на следующий уровень. Моя поза, правда, так, вот такую. Я еще раз был уверен. Ай, ребята, ай, ла-ла-ла. Какие-то болтики упали. А, взломались. Тогда еще раз. Пониже будет скорость у нас. Что-то больше не успел, хотя бы нас так. Прям вообще врезались так. Ай, моя машина. А, это был при... Нет. Вау, что с моей ногой? Потерял ногу? А я вижу ничего. С моей ногой хорошо. Это рука моя. А, это была моя. Ничего вроде... Нет, у меня ничего не опало. Да, у меня ничего не опало. Хорошо, идем дальше. Вау, это обещает быть довольно прикольно. Даже поедем по-другому. Поедем по нашим постарам. А, нет, еще раз. Хорошо. Еще раз. Все, все, на фул, не только на фул. Все, поехали. Это будет прикольно. Ай-яй-яй, что тут? Знаете, она была довольно-таки полная. Машина вообще такая красавица. Вот это все делается. Что происходит? Куда я еду? Что происходит? Что происходит? Ай! Ай! Нет! Ай! Что происходит? Ай! Что происходит? Пожалуйста! А, пойдем на следующий уровень. И последний уровень. Тут ничего вообще не происходит, не было. Ладно, на этом все. Я доиграл Turbo Dismount. А в принципе эту серию не хотел знать, потому что я хочу играть новую Фунштейн уже. Ну, я как бы его не закачал, еще нужно будет его закачать, бла-бла-бла. Но я буду играть новую Фунштейн, я вам говорю на 100%, потому что я в этом видео, в этом видео на стадии Фунштейн, я
Поэтому я хочу поиграть новую пушку, и старую пушку, или уже вряд ли буду играть, потому что мне как-то, не знаю, лучше бы я в это поиграл, когда мне был, если бы я родился пораньше, я бы это лучше поиграл тогда, когда это вышло. Но так я не хочу это играть, поэтому... Как бы, несмотря на то, что это на стойке, я понимаю, что это крутая игра довольно-таки, но... Но это не об этом, потому что мы сейчас заканчиваем, мы играем Turbo Dismount еще одновременно, и мы заканчиваем эту серию, с вами был Спанчоп. Если вам понравилось, то можете поставить лайк, а можете не поставить. Ладно, это слишком долго затягиваю. Всем пока.